гоняться. А Чуклубуки, возможно, серьезную травму получит. Ну вот, следующие у Клоза, конечно, должны играть хорошо. Очень надеемся, что не только мы с вами увидим. Аман Клан, футболист, принадлежащий Red Bull Salzburg, подает Аман в компенсированное время. Вот здесь уже как пример Диара. Для него сегодня дебют. Ну, во втором тайме, даже несмотря на два пропущенных мячика, обусловлено дождем. Аманква снова хорнут, Зальцбург за это накажет. Своим коллегам. Вот. Посмотрите, что делает Тибиди. Пенковский. Что придумают хозяева. Вот такая передача. Момент! Баварии под 18. Правда, Клузе не сбивал в той игре. Сейчас момент! Удар! Вот очень похож. Может, даже Чудуа классно включился в отбор, но мяч все-таки остается у Альтаха. И здесь передача, ну, вполне правильная, просто пас не получился. Откровенно чувствуется. Подача, мяч летит. Скидка. Почему мы с вами и говорили, без этого Фрица, оказавшись, старался этот мяч все-таки сыграть. Такой, знаете, вялотекущей борьбы в центре. Часть сезонов подряд в Альтахе, он на слуху. При футбол Шешко выпускать рискованно. 9 изменений в стартовом составе. Вот летали, какой-то они мог найти свою... Не самый удобный соперник для Редбула. Просто, не ошибаюсь, в игре против Рапида вообще играл на позиции центр-форварда.